Всем привет, я Юлия Андреева, расскажу вам о погоде на понедельник, 2 декабря. Мороз и солнце, день чудесный, именно так можно будет охарактеризовать начало рабочей недели. Нас ждет по-настоящему зимняя погода. В Лузе минус 8, в Кирсе минус 11, в Слободском 10 градусов ниже 0, в Вятских Полянах до минус 9 и везде ясно. В Кирове в понедельник днем будет пасмурно, температура воздуха минус 7, минус 6 градусов. Ночью ожидается минус 8, минус 7. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 85%, магнитное поле спокойное. 6 часов 48 минут продлится световой день в понедельник. Луна растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на понедельник, 2 декабря. Счастливо!